Дорогие друзья, мы сейчас идем на рынок. Покажу цены, какие у нас на нашем местном рынке. На клубнику, на яблоки, на картошку, на огурцы, на помидоры. Так что смотрите, оставайтесь с нами и пишите комментарии. Картошечка такая вот. 70 рублей. 70 рублей синеглазка. 120 новый урожай. Здесь что у нас? Персики 400. Я снимаю это для Ютуба. Да. А огурцы? Да. Там без лица. Не, мы лица не снимаем. Ну, черешня 600 рублей стоит. Ну, я шучу. Это не вишня, это черешня. Черешня, да. Мам, взять? Возьми, конечно. Мама! Лёв, не шуми, пожалуйста. Лёв, подожди, мне нужно тут красоту снять. Мама! А! Это черешня. Хорошо, хорошо. Так, кишмиш 600 рублей. Мандарины сладкие 350. Груша. Корал. Груша 350. Яблочки. А это клубника. А клубника 600, да. Крупная. Ну, объем подведет такой. Ну, давайте, да, просто не, это много. Мне не сложно, но просто она реально... Ты хочешь всю целую, что ли? Нет, нет. Слав, это... Абрикосы. Ну да. Подожди. Скажите, а вот, по-моему, у вас спартан брали, нету? Мам, спартан у нас есть яблоки? Это которые среди? Вот они. Слав, вот эти. Ну, возможно, это они. Ну, килограммчик. А ты не знаешь, как они выглядят, что ли? Нет. Просто они здесь зеленоватые. Да? Они обычно так просто. Лёва, все это свои ногти. Килограммчик.